В 61-й школе открыли современное здание, рассчитанное почти на 1000 мест. Этого события местные жители ждали 8 лет. Сегодня в хутор Ленина приехал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев заглянул в учебные кабинеты. Они оснащены по последнему слову техники. Глава региона поговорил с педагогами, которые уже готовы приступить к работе. В День знаний новый учебный сезон во всех школах Кубани откроют уроком мужества. Очень долго мы ждали школу, ждали такие светлые классы, красивые, красивую это мебель. Это уже доска интерактивная? Да, это интерактивная доска, уже все готово к уроку мужества. Наши деды, наши прадеды воевали. Для нас это очень важно, и мы готовимся. Коллеги, знаете, вот и победа, она тоже не сразу далась. И вот этот урок мужества, который будет, явно будет говорить детям о том, что слишком много отдано жизни советского народа, но победа стала за нами. Вот и школу мы сегодня строим, и тоже не сразу, конечно, мы их построим. Но верить, как наши деды верили, что они победят, они даже не сомневались. И мы должны верить, что вот такие современные школы в скором будущем будут, конечно, по всей нашей Кубани. В новом здании 61-й школы теперь есть 3 спортивных зала, информационный центр, медицинский кабинет и библиотека. А тех учеников, которые живут далеко от школы, будут подвозить автобусами.